Тем временем Бразилия принимает высокопоставленных гостей. В Рио-де-Жанейро сегодня стартует саммит G20. В мероприятии примут участие лидеры стран группы 20 и ряда других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Сингапура и других. На повестке обсуждения различных вопросов, начиная от бедности и голода до реформы глобальных институтов, таких как ООН, Международный валютный фонд и ВТО. Во второй день саммита участники уделят внимание вопросам энергетического перехода. Именно на страны Большой Двадцатки приходится большая часть выбросов углекислого газа. Мероприятие пройдет в Музее современного искусства Рио-де-Жанейро. Саммит продлится до 19 ноября.